Настал день, когда школьные годы навсегда остались в нашем прошлом. Они были ясными, добрыми, веселыми. Время, независимо от возраста, хотим мы этого или нет, делится на три части – прошлое, настоящее и будущее. Прошлое – это 11 лет учебы в школе. Будущее – получение профессии, работа, семья. А настоящее – вот оно, торжественный выпускной вечер, на котором мы услышим свои фамилии, имена и отчества из уст нашей любимой Анны Александровны. А почему это она нас будет называть по имени-отчеству? Обычно она вас называет по имени Андрей или строго откликает по фамилии Яковлев, но по имени-отчеству? Ты не догадался? Ведь они напечатаны в приказе об окончании гимназии. Итак, приказ зачитает заместитель директора Крючкова Анна Александровна, а аттестаты нам торжественно вручит Воробьев Иван Юрьевич. От 27 июня 2024 года об отчислении и выдаче аттестатов по итогам 11 класса. В соответствии с пунктом 1, части 1, статьи 61 Федерального закона 29 декабря 2012 года номер 273 ФЗ об образовании в Российской Федерации. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации номер 546 от 5 октября 2020 года об утверждении порядка заполнения учета и выдачи аттестатов, об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации номер 730 от 29 сентября 2023 года об утверждении порядка условий выдачи медалей за особые успехи в учении первой и второй степеней. Распоряжением о похвальной грамоте Министерства образования Московской области за особые успехи в изучении отдельных предметов номер 5 от 16 апреля 2014 года. Решением педагогического совета гимназии протокол номер 15 от 27 июня 2024 года. На основании выполнения основной образовательной программы среднего общего образования в полном объеме, положительных отметок по всем предметам учебного плана и успешной сдачи государственной итоговой аттестации, приказываю считать завершившими обучение и выдать аттестаты о среднем общем образовании с отличием и наградить медалью за особые успехи в учении первой степени следующих выпускников 11 класса А. Ищенко Викторию Валерьевну. Thank you.
доказательства. О среднем общем образовании с отличием и награждением медалей за особые успехи в учении второй степени на сцену приглашается выпускница 11 класса А Чистова Амина Вадимовна. Амина получит аттестат чуть позже. Давайте поддержим Амину, пожелаем ей удачи своими бурными аплодисментами. Амина! Считай завершившими обучение и выдать аттестаты о среднем общем образовании и приложении к ним следующим выпускникам 11 класса А. Алексеевой Виктории Вячеславовне. Thank you.
Юрьевича Воробьева. Ребят, последнее мое наставление. Сказать, что я вами горжусь, не сказать ничего. Не надо отворачиваться. Я все равно встречусь взглядом. Горжусь. Все равно горжусь. Молодцы. Вы знаете, один мудрец сказал: пусть твои мысли будут добрыми, ибо слова твои будут добрыми. Пусть твои слова будут добрыми, ибо поступки твои станут добрыми. Пусть твои поступки станут добрыми, ибо поступки твои станут привычками. Пусть привычки твои станут добрыми, ибо они станут характером. Пусть характер твой станет добрым, ибо он станет твоей судьбой. Вы сейчас выбираете свою судьбу. Для выбора судьбы, наверное, вам нужен компас. Какой он у вас будет? У каждого свой. У кого-то компас расчета, у кого-то компас интуиции, компас любви. Он у всех разный, он у всех свой, он ваш, один и неповторимый. Выбирайте свою дорогу, но знайте, все вы рождены с душой, чтобы быть добрыми, с руками, чтобы что-то созидать и создавать, и с огромным сердцем для любви. Для любви ко всему, прежде всего к вашим родителям, которые 11 лет рука об руку вложили в вас и душу, и руки, и сердце. Я желаю вам выбрать правильный путь, свой путь, неповторимый. Не сравнивайте себя ни с кем. Идите своей прямой дорогой. У вас все получится. Я вас безумно уважаю. Я вами горжусь. Я вас люблю. Вы лучшие. В добрый путь.